нашего губернатора Воробьева Андрея Юрьевича, нашего главы городского округа Химки Волошина Дмитрия Владимировича. Мы эту работу проводили на протяжении многих месяцев, и те объемы, которые мы показали в этой работе, они реально колоссальные, и только благодаря той сплоченности, той взаимовыручке, которая существовала между нашими добровольцами. Благодаря этим людям удалось помочь тем, кто находился на самоизоляции. И ведь эти люди делали несложные дела, они покупали продукты, получали рецепты, приносили лекарства, кто-то даже гулял с собакой, а кто-то просто приходил и добрым словом, своим видом поддерживал людей, за что сегодня эти люди были награждены.